Фельдшер принял роды у беременной в машине скорой помощи. В городе Атырау беременная женщина вызвала бригаду скорой помощи из-за родовых схваток. Бригада номер 25 прибыла на вызов за 10 минут. Несмотря на то, что этот случай произошел несколько недель назад, в социальной сети до сих пор бурно обсуждается информация о медработнике, который верен своему призванию. Кто этот фельдшер, который принял роды у 20-летней женщины? Как здоровье матери и ребенка? Об этом далее в сюжете. Этот случай произошел по дороге между селом Иркинкала и областным родильным домом. Фельдшер скорой помощи, ознакомившись с состоянием беременной, решил отвезти ее в перинатальный центр. Однако женщина родила в карете скорой помощи, не доехав до роддома. К слову, 26-летний молодой специалист вот уже четвертый раз принял роды у беременной в машине скорой помощи. Я принял роды в машине, сделал необходимую инъекцию. Это уже четвертый раз, как я принимаю роды в машине скорой помощи. Макжан проработал в службе скорой помощи 5 лет. Коллеги считают его квалифицированным специалистом. После того, как специалисты доставили мать и ребенка в областной перинатальный центр, врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Кстати, это вторая беременность разродившейся в скорой 20-летней женщины. Вес новорожденного мальчика больше 3 килограмм. Невестка была одна дома, я пришла позже. Оказал медицинскую помощь молодой врач. Спасибо ему за то, что спас жизнь малышу и невестке. В свою очередь, врачи советуют беременным женщинам своевременно обращаться в медицинские учреждения и выполнять назначение врача. Ведь в условиях такой пандемии, как сейчас, лучше заранее посетить перинатальный центр, предварительно сдать анализы и рожать в безопасных условиях под наблюдением медработников. Сагындык Нургуля, Айнгуль Харуна, Артур Ботпанов, телеканал Атырау.